Сегодня мы находимся в городе Ростове-на-Дону и, продолжая более чем 40-летнюю традицию компании «Керкер», совместно с управлением благоустройства города открываем сезон по очистке и отмывке знаковых объектов города в 2021 году. Для выполнения комплекса данных работ мы используем оборудование ХДС-950 трейлер, автономный аппарат с подогревом воды, который позволяет нам работать без подключения к нему источников питания, таких как электричество и водоснабжение. Данное оборудование может разогревать воду до 100 градусов, что позволяет без особых усилий смывать остатки краски практически с любой поверхности. Очистка гранитной поверхности происходила под температурой до 70 градусов при рабочем давлении агрегата 400 бар. Чьи обнаружения на поверхности объекта сложных остатков краски, таких как перманентный маркер, масляные краски, которые въедаются в поверхность, мы используем гидроабразивную насадку, которая позволяет нам выбить данное загрязнение непосредственно с самой структуры камня. При работе со сложными загрязнениями мы снизили давление до 200 бар и работали только холодной водой. На выполнение данных работ нам потребовалось порядка 4 часов времени, 5 кубометров воды и услуги двух операторов. Один человек занимается отмывом поверхности, второй человек является оператором данного аппарата и контролирует режимы работы данного оборудования. Аппарат максимально прост в эксплуатации, не требует никаких дополнительных вмешательств, легко транспортируем, выполнен в виде прицепа для легкового либо грузового автомобиля.